Дворец спорта «Видное» – традиционная площадка не только для спортивных баталий, но и для праздничных мероприятий, проводимых в Ленинском округе. Но сегодня в фойе люди, которые пришли не на зрелище посмотреть, а сдать кровь и внести свой вклад в борьбу медиков за чью-то жизнь. Никогда не сдавал, была такая идея, но вот сегодня все-таки решился, увидел объявление, думаю, нужно сходить, обязательно сдать, попробовать, что это такое. Ну, во-первых, помочь людям, кто нуждается остро в крови, ну и, в принципе, для себя, как говорится, немножко здоровья. Действительно, процесс сдачи крови положительно сказывается на самочувствии. Кроме того, это, по сути, полноценный поход к врачу, где могут выявить и проблемы со здоровьем. Регулярно сдавая кровь, вы следите автоматически за своим здоровьем. То есть лишний раз не выпьете, не покурите. То есть вы приходите, вам тут давление, сахар. Если что-то в нем норме, тебе уже сказали. Да, ты сегодня не сдашь, но тебе уже сказали, у тебя не все в порядке. Иди в больницу, проверяйся. Это тоже очень важно. Подготовка к сдаче крови куда более сложный и долгий процесс, чем сама процедура. Но врачам важно установить, что человек не нанесет вреда прежде всего себе. Определенному проценту пришедших, увы, отказывают. Основные причины – это какие-то хронические заболевания. То есть человек где-то наблюдается, лечится, приходит сдавать кровь, и ему, соответственно, говорят, что это для него не очень полезно и небезопасно, поэтому сдавать кровь не может. Порядка 10%, бывает больше, бывает там чуть меньше, вот, но средняя цифра – это около 10%. Среди более чем 60 человек, пришедших сегодня на День донора, немало новичков. Многие из них осознают, что процедура сдачи крови в наши дни наполняется особым смыслом. Все знают, что непростое у нас время, да, у нас много очень ребят в зоне боевых действий, и я считаю, что на данный момент в первую очередь мы сейчас помогаем им. По словам сотрудников общественной организации «Красный крест», в настоящий момент всего в Ленинском городском округе зарегистрировано порядка 100 активных доноров. Максим Козлов, Наталья Чепурная, Максим Константинов. Видное ТВ.